подарили книгу самурая на день рождения. Замечательная вещь. Каким образом предки сегодняшних японцев додумались использовать сок лакового дерева? Что это им помогло? Наверное, наблюдательность, счастливый случай. Но как бы там ни было, на этому лаку Япония обязана тем, что очень многие из сделанных ее мастерами доспехов сохранились до наших дней, несмотря на все превратности климата, и даже сегодня радует нас. Мы тоже используем удивительный лак. Смолы Станкевича с композицией эфирных масел. И будем участвовать в Годе Японии в России. 2018 году. И наша дизайн-студия будет представлена нашим директором Иваном Артемовичем. Он там делает бутерброды и готовится к маленькому празднику по поводу открытия нашей студии.